За моей спиной строители возводят огромный промышленный холодильник. Этот объект станет частью будущего производственного логистического центра в индустриальном парке «Авангард». Первый этап его строительства завершится уже этой осенью. Строить этот логистический центр в Хабаровске начали в 2017 году. На первом этапе строительства на территории в 10 гектаров возведут два товарных склада класса А высотой 12 метров и промышленный холодильник. Этот логистический центр станет крупнейшим в Хабаровске. Низкотемпературный склад рассчитан на 11 тысяч тонн одновременного хранения продукции. То, в чем город нуждается. То есть на сегодняшний день многие хранят просто продукцию в рев-контейнерах. Каждое здание логистического центра строится под запрос инвесторов. Первыми стали компании, которые уже работают на территории города. У каждого здания есть инвестор и потенциальный, соответственно, собственник. Он же является и оператором. То есть это компании «Хабаровский хладокомбинат» в части холодильника и компании «AP-Trade» и «Мир упаковки» – это два будущих собственника склада. Вторая и третья очередь строительства логистического центра наступит с приходом новых инвесторов. Площадкой уже заинтересовались несколько компаний, в том числе федерального масштаба. В общем объеме это будет ощутимая добавка к тому, чтобы Хабаровск стал доступнее для федеральных сетей, вот потому что многие федеральные сети на сегодняшний день не идут сюда. В том числе и потому, что не хватает логистических мощностей. Сейчас на территории логистического центра работает контейнерный терминал. К нему подведены железнодорожные пути. С развитием распределительного комплекса предприятия смогут в разы сократить расходы на хранение и транспортировку сырья. Анастасия Незнанова, Андрей Третьяков. Смотри Хабаровск.